Привет всем! Сегодня на Renault Logan будем менять резонатор. Смотрим, как это все дело происходит. Вырезали кусок. Вот что с ним здесь произошло. Вот такой вот. И сейчас ввариваем уже новый. Вот так сварочная работа происходит. Здесь уже приварили. Вот передняя часть, такой вот шовчик. Было принято решение ставить не на хомутах, а сделать сварочную работу, что спереди, что сзади, вроде как бы. Здесь вот подъемник, все удобно. Подняли машинку, заварили и на место поставили. Ребят, берется новая часть глушителя. Прежде чем ее сюда поставить, надо замер сделать новый, вот, отрезать. Вот по размерам старый и уже по-новому вот ориентироваться. Ребят, вот так выглядит выхлопная система. Уже в сборе на месте стоит. Кому была, ребята, информация полезна, ставьте лайки. Кому нет, дизлайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока.